детский мир. Здесь мы играем вместе. Это Аурика, она обожает новые игрушки. А это Соня, она любит их распаковывать. А ты что, не любишь? Нет, я обожаю. Сегодня мы будем распаковывать игрушку няня. О! Здесь столько всего интересного. Давай изучим коробку. А тут все по-английски написано. Я могу прочитать. Смотри, видишь, там написано «Полесье». Это да. Фирма игрушки. И няня. А почему няня, а не мама и не бабушка? Ну, мама одна, а с пупсом хотят все понянчиться. Няня может стать кто угодно. Но главное, чтобы он умел ухаживать за ребенком. А зачем за ним ухаживать? Лежит тебе и лежит. Ну ты что, Аурика? Ребенка надо покормить, помыть, переодеть и опять переодеть. А потом опять переодеть. Я все поняла, Соня. Тут написано, что в коробке аж 16 предметов. Ого. Это все для того, чтобы ухаживать за малышом. Как думаешь, что там должно быть? Ну, конечно же, пустышка. Еще там должен быть горшок, слюнявчик и подгузник. И, конечно же, бутылочку. А то как мы ребенка будем кормить? Я уже хочу с ним познакомиться, с малышом. Давай уже распакуем. Давай. Аурика, тащи коробку на себя, а я буду на себя. Ага. Давай. Ой. Молодец. Смотри, сколько здесь всего. У-у-у. Давай вначале распакуем малыша, а это пока уберем. Давай. Ой. Осторожно. Ух ты, какой малышик. Ой, какой милый. Пока малыша надо убрать. Пусть поспит пока что. Иди ко мне, мой маленький. Смотри, сколько тут всего. Давай покажем, что здесь есть. Давай. С чего начнем? Давай с вот этого. Что это у нас? Детское питание. Тут две баночки такие. Один, наверное, с грушей, а другой... С черникой? Да. Что следующее, Аурика, выбирай. Давай вот это. Что это? Не знаю. Тут тоже две баночки. Может, это духи? Духи? Для малыша? Зачем малышу духи? Не знаю. Это присыпка. Присыпка? Для пупочки? Вот это. Интересно, что это? А, это крем. Крем для чего? Чтобы у малыша была мягенькая кожа. Давай понюхаем. Давай, я первая. Ой, как вкусно пахнет. Вау. Бутылочка, чтобы он пил. А зачем тут ложка, вилка и нож? Я не знаю. Может быть, тоже опять для мамы и для няни. Ага. Аурика, ты хочешь есть? Вот ешь. Нет, нет, нет. Аурика, ну ложечку съешь. И самое последнее. Самое главное. Пустышка! Самое главное. Да. Мы еще забыли сказать об очень важном предмете. Как? Это горшок. Я не знаю, что о нем можно сказать. Давай посадим малыша. Давай. Садись, малыш. Куклу и ее аксессуары мы уже распаковали. Теперь остался стульчик. Так, давай. Я попробую собрать. Вау. Цепляется. Ты как собачка залазишь туда. Аурика, заберись в коробку и помоги мне достать. Раз, два, ку-ку. Раз, два. Молодец! Теперь нам нужно собрать. Это одновременно и стульчик, и ванночка. Как удобно! Давай собирать. Давай. Я нашла. О, о. А вот это тогда куда? Подожди, сейчас разберемся. Вот это все-таки сначала Аурика была права. Да, видишь, я права была. Опа! Так, теперь закрепляем эти синие полочки. Это будет окошко с занавесочками. Теперь наклеим наклеечки. Вот эти наклейки вполне, наверное, сюда приклеят. Да. Кстати, Соня, я поняла, нам будет несложно, потому что тут показано, к чему какие наклейки. Осторожно. Вот. Наклеиваем наклеечку на ванночку. Наклеили. Ну все, наклейки мы наклеили. Осталось расставить аксессуары по полочкам. Давай. Наш малыш заскучал. Наверное, он хочет поиграть.
Сейчас я покажу, как с ним играет. Идет коза рогатая за малыми ребятами. Кто не ест, кто не пьет, за рогатыми ребят! Аурика, мне кажется, ты его напугала. И, кстати, а как мы его назовем? Давай, Игнат. Хорошо. Игнат, ты хочешь купаться или хочешь есть? Почему он плачет? Может, потому что он хочет играть. С чего мы начнем? Сначала искупаем, а потом покормим. Или наоборот, сначала покормим, а потом искупаем. Он плачет, значит, хочет есть. Или купаться. Сначала будем купать. Я его растяну. А я наберу ванночку. Ой. Добавлю пенку. Давай купаться. Осторожно, чтобы в глаз ничего не попало. Ну все. Мы его помыли. Теперь обратно оденем. И он покушает. Ага. Вот. Давай его немножко покормим и детским питанием, и молочком. Кто будет кормить? Давай ты. Хорошо. За маму, за папу, за Аурику и за Соню. Аурика, смотри, не перекорми его. По-моему, он хочет пить. Иди ко мне, Игнатик. Сейчас помажем тебе ножки кремиком. Так. И ручки. А какими с ней? Вот кремик. А. Бери немножко себе. И немножко мне. Смотри, он даже щекотки не боится. По-моему, он утомился и хочет спать. Спят усталые игрушки, книжки спят. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Одеяло и подушки ждут ребят. Ля-ля-ля-ля-ля. Даже сказка спать ложится. Чтобы ночью нам приснилось, ты ей пожелай, баю-бай. А мальчики любят играть в куклы? Узнаем. Если и тебе понравилась игрушка, стульчик для кормления и ванночка. Тогда ставь лайк и подписывайся на наше обновление на канале Детский мир. А в комментариях можете написать, любите ли вы играть с куклами. До новых распаковок! Пока!